Ребята, всем привет! Как и обещал, сегодня сделаем видео, как сделать свет при помощи вот этого софтбокса, то есть зонтика. Распаковочку можете посмотреть, ссылочку я оставлю внизу под видео. Вот, значит, что нам понадобится? Сам зонтик. Значит, что важного в этом зонтике? Нужна будет трубочка, которая проходит в этот зонтик. Неважно, какая она, какого она диаметра. Ну вот, чтобы сильно не болталась, как бы. Вот такая вот трубочка. Все, зонтик я пока откладываю. Пока он нам не нужен. Значит, нужна будет трубка. Нужно будет два патрона. Потому что я буду делать под две лампочки. Лампочки я буду вот использовать вот такие вот. Они идут на 32 ватта. То есть как 160 ватт обычных, ну, наших, к которым мы привыкли. Вот, значит, что сейчас делаю? Вот здесь вот предварительно я сделал отверстие. Делал отверстие просто ножом, вот так вот выковыривал, до тех пор, пока вот здесь вот будет влазить, ну, винтик вот этот. Вот. Значит, сейчас, чтобы этот винтик у меня хорошо крепился, в принципе, этого можно сейчас не делать, потому что он здесь хорошо закручивается, но я сделаю, еще вот здесь вот гаечку положу, для того, чтобы, ну, винтик очень хорошо крепился. Значит, смотрите, беру обычный суперклей и намазываю его вот сюда вот. Использую лучше гелем, ну, не просто суперклей, а который гелем идет. Вот, он получается не так растекается. То есть вот я его нанес. И он, вот он. Ну и ничего не видно. Так, сейчас я возьму, наверное, пинцетик. Так. И гаечку эту приклею. Вот как-то. Вот так вот. Все, сейчас она здесь встанет, и я ее, получается, еще обклею клеем сверху. Вот. Ну, пока это будет засыхать, расскажу немножко про патроны. Патроны. Брал бушные, то есть они где-то сломанные, то есть, ну, это нам не важно. Нам самое важное, чтобы лампочка здесь нормально вкручивалась. Вот, два патрона, два отрезка проводов. Ну, чтобы их подключить к электричеству. Все, пока высыхает у меня клей, я немножко прервусь. В общем, пока здесь вот застывает, я здесь наживил. Вот, пока здесь застывает клей, он очень долго застывает. Поэтому приступим к установке патронов. Что мне для этого надо будет? Мне нужна будет изолента. Хорошая изолента, потому что из плохой ничего не получится. И вот под таким углом я где-то приматываю первый патрон. Сейчас мы его... Сейчас мы его наживим. Так вот. Так вот будет располагаться первый патрон. Обязательно под углом, чтобы вот лампочка, когда ее вкручивает, не мешало. То есть вот где-то такой угол будет. Там не важно, если вы такое сделаете, такое, лишь бы лампочка закрутилась. Так, это у нас будет первый патрон. И напротив него также прикрепляю второй патрон. Опять же, чисто произвольно. Так. Единственное бы, вот это все у меня вышло сделать с первого раза. Так. Так. Вот. Как-то вот так вот я закрепляю их. Сейчас хорошо. Изоленты здесь жалеть не надо. Потому что это вещь копеечная. Так. Самое, видите, самое сложное это вот начать. А потом просто обматывать восьмерочкой, да и все.
плане эстетики, может быть, будет не совсем красиво, но зато будет работать. Так. Так. В общем, вот что-то такое у нас и получается. Так. Ну, тоже лучше. То есть самое сложное это было вот закрепить, чтобы они ни туда, ни сюда не болтались. Когда они уже более-менее закреплены, вот, они уже нормально себя ведут. Так. Так, вот здесь вот у меня провода. Провода я все выведу в одну сторону. Ну, допустим, вот сюда вот. Все. И заклеиваю. Так, вот видите, вот здесь вот могут торчать чуть-чуть провода. Чтобы они как бы были безопасны, надо будет по ним пройтись изоленточкой. Так. Так. Я думаю, как-то так вот получается. Так. Вот, в принципе, и все. То есть у нас получается первую лампочку. Немножко не влазит. Сейчас разверну чуть-чуть. Угу, крепко. Это у нас отлично влазит лампочка. Значит, сейчас чуть-чуть подправим. Не беда, как говорится. Так. Ого, замотал. Сейчас мы сюда вот что-нибудь вставим. Так, я знаю, как заканчивается вот это вот ковыряние. Заканчивается то, что отвертка попадает прямо в руку. При любом раскладе. Так, это мы уберем. И провернем чуть-чуть. Вот так вот. Так, ну попробуем. Так, это у нас уже лучше. Но еще не до конца получается садиться. Хотя. Да, до конца. То есть это у нас будет раз. Лампочка. У меня будет два лампочка. Можно использовать менее яркие лампочки, но тогда их придется ставить несколько. Вот, вот так вот оно и получается. Теперь что? Теперь я вам покажу, что дальше. Берем наш зонтик. Открываю его. Вы, конечно, сейчас этого не видите, но я закадрово сделаю. Так. Ну вот смотрите, как у меня получилось сейчас. Чуть-чуть разверну. Вот.
То есть зонтик вот это вот у меня ходит. Вот этой гаечкой я буду, пока она еще не застыла, но попробую подкрутить. Да, она еще совсем не застыла, она крутится. В общем, вот этой вот, здесь идет гайка и винт, вот этим винтом будет фиксироваться здесь, и вот, вот так вот оно и получается. Вот, сейчас я это все соберу до кучи. А, да, ну сюда мы, конечно, подключаем провод. Значит, как мы его подключаем? К каждому патрону идет один коричневый, один желтый провод. То есть сюда, здесь идет один коричневый, один желтый, и здесь идет один коричневый, один желтый. Что я беру? Я желтый вместе собираю и коричневый вместе собираю. То есть у меня получается два цвета, коричневый и желтый. Коричневый я буду делать, допустим, фазой, желтый буду делать нулем. Но здесь можно и поменять, то есть сделать желтым нулем, желтым фазой, а коричневый нулем. Вот, главное, чтобы был желтый к желтому, коричневый к коричневому. Все, буду продолжать, пока отключусь. Ну вот, в общем, я все установил, все у меня подсохло. Вот такого плана получается у нас будет светоотражатель. Значит, что, будем проверять? Давайте я ставлю камеру вверх, чтобы было видно. Так. То есть сейчас у нас, ну да, тут как бы не день, уже под вечер, но давайте смотреть. Вот такой вот свет у нас получается. Сейчас лампочки начнут разгораться. Вот, в принципе, вот так вот будет выглядеть мое лицо. Ну, если только еще направить это, вот я думаю, вот так вот. Вот, в общем, вот так вот получается у нас. Лампочки, опять же повторюсь, у нас идут 36-ваттные. Вот, вот он разогревается. Вот такой вот свет. Посмотрите на мой потолок. Вот, ну давайте сейчас посмотрим. Я его направлю, свет, немножко на себя. Так, кстати, сразу хочу сказать, свет нейтральный идет. То есть он и не желтый, и не белый. Ну вот, вот давайте вот как-то вот даже вот так вот сделаем. Опа. Вот. В принципе, даже можно вот так вот ходить и снимать. То есть меня видно, я надеюсь, я еще сам этого не вижу, но я думаю, что все будет нормально. В общем, вот так вот из нехитрых приспособлений можно сделать в домашних условиях свет. Все, в общем, всем спасибо. Сейчас я буду делать подставку для этого зонтика, но я думаю, это будет вам неинтересно, поэтому как бы снимать это не буду. В общем, всем пока, всем счастливо, до новых встреч. Скоро в эфире будем... До новых встреч в эфире. Все, всем пока, счастливо. Ах да, чуть не забыл. Надо же показать, как он будет разбираться. Смотрите, вот это вот мы откручиваем, снимаем. Все, видите, все одной рукой делаю. Это у нас раз часть, это у нас два части. Часть номер два мы складываем, берем, выкручиваем первую лампочку, выкручиваем вторую лампочку. Вот так вот все это компактно будет храниться. То есть занимает место, ну вот буквально чуть-чуть. Так что, вот так вот. Все, еще раз всем пока.